Гораздо спокойнее, когда знаешь, что если потеряешь из вида ребенка в парке или пожилой родственник заблудится во время прогулки, есть помощник, способный сразу же определить их местонахождение. Это поисковое устройство без аккумулятора и, следовательно, не нуждающееся в подзарядке, создано в Малаге. Un GPS con un sistema de geolocalización global y que funciona con el movimiento biomecánico. No lleva ningún tipo de batería de litio que pueda dañar el medio ambiente. Utiliza también como sistema de cosechamiento de energía células esféricas solares o la propia radiofrecuencia. Устройство, которое называется MiniSafe, предназначено для контроля над перемещениями детей или пожилых людей, страдающих болезнью Альцгеймера или другими нарушениями памяти. En cualquier segundo tú puedes extraviar a una persona. O yo, por ejemplo, con mi padre, cuando tuvo Alzheimer, el pobre en esos primeros, cuando era consciente, no se atrevía ni a dar un paseo. Устройство размещается на одежде или каком-либо аксессуаре. Контроль осуществляется через мобильное приложение, которое укажет точное местоположение человека, а также траекторию его передвижений. Aparte de la autonomía, lo que aporta es mucha tranquilidad tanto a cuidadores como a familiares. Poder venirme con el niño al parque, no tener que estar totalmente pendiente de él y sobre todo eso de poder contestar algún mail o alguna llamada de trabajo. Me da mucha tranquilidad saber que dónde puedo encontrarla de momento. Через компанию краудфандинга малакская фирма планирует собрать средства для производства функционального прототипа около 500 единиц, а также досерийные модели для испанских ассоциаций, работающих с больными болезнью Альцгеймера и аутизмом.